Всем привет! Мы как-то проверяли пищевую соду на клопах. Она как-то не очень сработала. Мы ее гасили, и тогда уже лучше было. И сейчас купил специальную соду кальцинированную. Давайте проверим на клопах, как она будет работать. Так, ну вроде размешалась. Брызгаем на клопов. Так, тут у нас где-то еще были. Угу. Так, смотрим. Пока ни один из клопов не умер. Еще попробуем брызнуть. Так. А, вот один, похоже, погиб. Да, погиб. Ну что, и из 5 клопов только один погиб. И то он, наверное, от испуга погиб. Но он точно не захлебнулся, но один погиб. Можно сделать выводы. Кальцинированная сода не помогает от клопов.